Урбан. Программа о городских проектах. Все верно, это программа Урбан. Сегодня среда, и в студии Анна Лапшина. И Светлана Занько. Всем здравствуйте. Как сделать наш город лучше? Слушайте Урбан. Программу о городских проектах. Каждые две недели, по средам, в 11.06. Сделаем наш город лучше. Вместе с системой «Глобус». Да, и у нас сегодня замечательная совершенно тема. Мы к ней долго подбирались и решили, что, конечно, уже нет времени затягивать. Время пришло. Время пришло однозначно. Мы сегодня будем говорить об управляющих компаниях. Какой она должна быть. Напоминаю, что концепция программы «Урбан» – это знакомство с передовым опытом, с лучшим опытом. Мы говорим о том, как надо, как должно быть. И, конечно, мы принимаем звонки в «Урбане» по телефону 211-101. И я понимаю, что после того, как мы представим наших гостей, начнем разговор об управляющих компаниях, будут разные звонки, в том числе и от клиентов этих компаний. Договоримся следующим образом. Поскольку концепция есть концепция, то мы говорим о предложениях, задаем вопросы, жалобы мы берем на карандаш, если они касаются вот конкретных там каких-то домов, и это касается наших специалистов, которые в студии, берем на карандаш и отдельно отрабатываем, не в эфире. Вот такое у нас условие, 211-101. Ну, представим наших гостей. Татьяна Демина, генеральный директор управляющей компании «Азбука быта». Татьяна Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Анна Клепикова, директор управляющей компании «Паритет». Анна Борисовна, добрый день. Добрый день. И Лариса Шмырова, директор управляющей компании «Лепси Уют Плюс». Лариса Валерьевна, и вам здравствуйте. И вам. Да, еще одна компания у Ларисы Валерьевны — «Лепси Быт». Ну, вы здесь за эфиром поговорили, и это было для нас открытие какое-то, но очень милая такая черта, правда, потому что наши коллеги сказали, наши гости сказали, что надо все-таки к ним обращаться по имени-отчеству, несмотря на то, что мы привыкли в эфирах говорить там и обращаться даже к самым высокопоставленным персонам по имени, исключая пока еще все-таки губернатора, сити-менеджера и мэра. Но нам коллеги пояснили, что их не узнают, их жители, да, их клиенты, потому что обращаются по именам, отчествам, а иногда просто по отчествам, совершенно по старой верно. Русской традиции. Поэтому мы тоже так же будем обращаться. По отчествам? Может быть, к концу программы по отчеству поговорим. Мы составили такой большой список объемных вопросов. Из 14 штук? Да, о разных вещах. Обычно мы концентрируемся на каком-то одном вопросе. Вот берем озеленение. Просто у нас тут два новичка. Сразу скажу, да. Поэтому я говорю, берем озеленение, со всех сторон его крутим, еще по всей стране приглашаем, подключаем экспертов там, да, по телефону. Берем, например, что тротуары и крутим их со всех сторон. Но здесь у нас будет другая история. Здесь мы будем знакомиться с управляющими компаниями, из чего она состоит, какие современные стратегии управления есть домами, какие, может быть, фишки, какие-то нововведения, взаимоотношения с ресурсоснабжающими предприятиями. И самое это главное, конечно же, взаимоотношения с жителями, потому что нет никого ближе к жителю, чем управляющая компания. И это надо понимать. А я вам хочу сказать, коллеги, что вот мы... это очень важная тема, потому что очень многие люди в городе не знают своих управляющих компаний. И я вам хочу сказать, что мы даже такие эксперименты проводили, и даже тут озвучивали в нашей студии. Я вот рассказывала, и еще раз его повторю, когда сражалась с мусорной площадкой, замусоренной у маленького корпуса гимназии ВГГ, значит, на улице Володарского. На улице Володарского, да, 46. Я тогда прямо встала и смотрела, как люди несут мусор. А там три контейнера, и, значит, мусор вокруг контейнеров вровень с контейнерами. И я встала, дождь идет, сфотографировала, как обычно, куда нужно отослала. Думаю, потом будем разбираться в очередной раз. Но спросила у людей, вот идет пожилая дама. И я спрашиваю, а вы знаете, какая у вас управляющая компания? Вы звонили туда? Она говорит, я вообще не тут живу, хотя было очевидно совершенно, что у нее натоптанная тропа, и она выбрасывает мусор. Идет молодой человек с другой стороны, там, потому что площадка, она на проезжей части практически, с другой стороны. Я у него спрашиваю, вы знаете, какая у вас управляющая компания? Вы звонили? Он говорит, ой, я не знаю, и я тут вообще редко бываю. Очевидно, что это были местные жители. Очевидно, что они несут сюда мусор постоянно. И совершенно очевидно, что они не контактировали со своими управляющими компаниями. Иначе они бы включились со мной в разговор
и, например, сказали бы, мы звонили там, да, 100 раз, вот такая-сякая управляющая компания. Или как-то по-другому бы реагировали. Но явно люди не знают. Не знают, но ругаются, но при этом никаких действий не предпринимают, потому что, в принципе, не налажен контакт с управляющими компаниями, нет понимания, кто поможет в какой ситуации, чем занимается управляющая компания. И поэтому очень часто, вы, наверное, коллеги, подтвердите, очень часто возникают и конфликтные ситуации в подъездах, да, когда люди чем-то недовольны или чего-то недопонимают, у них не хватает информации, или они собираются сменить управляющую компанию, настоящие битвы происходят. Но битвы тоже происходят часто на ровном месте. Мы такую тоже историю тут освещали, да, на улице там кирпичной, когда не могли люди выяснить, там, да, вот никак не могли согласиться оставить старую, взять новую, вторую или третью, или еще какую-то. И доводы, которые приводились, они вообще не касались вот того спектра там, услуг, которые управляющая компания может и по закону оказывать. И наоборот, люди не знали, что бывшая управляющая компания должна была оказывать такие услуги, смирялись этим, но накапливался негатив, бабах и выстреливало. Поэтому у нас сегодня такой ликбез, и мы постараемся, чтобы вы наших слушателей сориентировали по поводу того, какая должна быть управляющая компания, кто в ней работает, да, какие она действия может осуществлять, какие у вас собственные проекты есть, какие случаи в жизни бывают, как действительно вы взаимодействуете с банками, с ресурсоснабжающими предприятиями. Ну вот. Ну, я хочу сказать, что мы не зря пригласили вас, потому что на сайте Общественной палаты Кировской области есть рейтинг управляющих компаний. Вы в курсе? Конечно. Знаете? Да, ваши рейтинги очень хорошие там. Поэтому я, как член Общественной палаты, обязательно должна была прославить наш сайт Общественной палаты, сориентировать как-то на него. Но давайте начнем знакомство. И мы начнем знакомство, наверное, с Татьяной Викторовной, потому что вы у нас уже не первый раз, и коллегам своим дадите возможность сориентироваться, а как тут говорить. Ну, можно я только вот небольшое уточнение перед знакомством внесу? У нас представлены разные управляющие компании. Сейчас я прошу на это обратить внимание, потому что с разными домами, с разными сегментами, так скажем, вот жилой недвижимости, многоквартирных домов наши управляющие компании взаимодействуют. Мы специально это сделали. Это важно, да. Да. Мы специально это сделали. Вот у нас есть управляющая компания, которая принимает дома от застройщика. Да, своего. Не секрет, что управляющая компания «Азбука Быта» — это управляющая компания при застройщике, специализированный застройщик «Железный». И коллеги, наверное, мне тоже не дадут соврать, то, что рассказывала сейчас Светлана, но, наверное, это не наш случай. Как раз наши управляющие компании знают любого жителя, которого мы остановим внутри наших жилых комплексов, они всегда ответят, где находится управляющая компания. Другой вопрос, что, опять же, вы правильно отметили, что с вопросами могут приходить с любыми, как входящими в зону действия, в зону ответственности управляющих компаний, так и не входящими. Поэтому здесь зависит уже все от нашей работы, от менеджеров по работе с клиентами, кто дает ответы на различные вопросы. То есть мы никогда не отказываем, и если у нас есть возможность помочь, там, даже элементарно найти телефон, а где находится поликлиника, где участковый и так далее и тому подобное, даже с такими вопросами к нам подходят. Это как когда-то в дореволюционной России к дворнику дяди Васе можно было подойти абсолютно по любому вопросу. Ну, так... это вообще прямые первые лица, которые видят жителей, да, которые нам непосредственно могут рассказать, а что происходит во дворе, какие есть проблемы, потому что, ну, в любом случае, понятно, что инженерный состав, и мы, руководители, мы не можем целый день ходить по всем домам и видеть все, что происходит. Соответственно, вот этот источник обратной связи и от дворника в том числе, это дорого. То есть это у вас отстроенная такая конечно, система, да? Конечно, конечно. Обязательно есть бригадир-дворник, который управляет там своей бригадой. Помимо этого, еще в момент уборки территории имеет возможность пообщаться с теми или иными жителями, потому что они, выходя, безусловно, им могут высказать даже претензии какие-то, пожелания. А дворник, естественно, он, понимая, что для того или иного выполнения ему нужен либо инвентарь, либо дополнительные какие-то ресурсы, он, естественно, идет уже к непосредственному своему инженеру, да, и мы понимаем, что нам делать дальше. Ну, это пример такой. Да, давайте обозначим дома и районы, где они находятся, где действует компания «Азбука Быта». «Азбука Быта» — это в настоящий момент 4 жилых комплекса, жилой комплекс «Метроград», за магазином «Метро» находится. Это жилой комплекс «Знак», проект 7-летний, это будет один из крупных жилых комплексов в городе. Это жилой комплекс «Ёлки-парк», Нововятский район, и «Радужный»,
жилой комплекс «Васильки». Также у нас еще есть точечная застройка. Это многоквартирный дом Тургенева, 28. И на подходе еще много домов в центре города. Абсолютно все дома, которые построил специализированный застройщик «Железно», управляются Азбукой Быта. Да. Сразу к вам передается. Это новый жилой фонд. Да, это новый жилой фонд. И вы знаете все нюансы, которые в домах заложены изначально. Единственный не новый жилой фонд был, но это было слияние двух компаний. Это жилой комплекс «Васильки». Угу. Вот там были не новые дома. А по большому счету все остальные совершенно верны. Я отличаюсь от коллег в данном вопросе именно тем, что в моем управлении жилые дома новые. Ну, «Васильки» тоже, надо сказать, не старый жилой фонд, не в 80-е годы возводился. То есть вы с такими проблемами, как гнилые трубы... Столкнулись, не с гнилыми трубами, но с другими проблемами. Мы, кстати говоря, обсуждали уже эту тему, помнится мне, с застройщиками, да, и мы тогда говорили, кто в более выгодном положении находится, управляющая компания, которая берет на себя новые дома, или управляющая компания, которая обслуживает уже поживший жилой фонд. Так вот, многие застройщики говорили, что управляющие компании, которые новые дома обслуживают, тоже достается, потому что бывают и недоделки какие-то строительные, которые надо устранять в первые годы, и прочее. Прервемся сейчас на полминуты и примерно в таком режиме представим двух других наших гостей. Урбан. Программа о городских проектах. Управляющая компания, какой она должна быть? Мы представили нашу первую гостью Татьяну Викторовну Демину, генерального директора управляющей компании «Азбукабыта». Сейчас я попрошу Анну Борисовну Клепикову, мы тоже приучаем себя обращаться к директорам управляющей компании по имени отчеству, директор управляющей компании «Паритет». Ваша компания где действует? Наша компания действует на... Поближе к себе микрофон, пожалуйста. На Первомайском и Октябрьском районах города Кирова. Угу. Компания у нас создавалась в 2014 году. Изначально в компании не было ни одного дома, и мы ставили всегда себе целью заработать определенную репутацию на рынке жилищно-коммунальных услуг, репутацию именно по качеству предоставляемых услуг, по доброжелательности атмосферы в управляющей компании, чтобы к нам мог прийти любой собственник, тоже так же со всеми своими вопросами, которые мы могли бы решать. Вот в отличие от коллеги из «Азбуки быта», конечно, жилой фонд у нас достаточно старый, и именно из-за того, что в этих домах годами не решались какие-то проблемы, они принимали решение сменить управляющую компанию. Поэтому, так скажем, мы эти проблемы и решаем в настоящее время. За 4 года сколько вам удалось домов привлечь в свою компанию? То есть какое количество домов вы обслуживаете? В настоящее время у нас в управлении 80 домов. Я не знаю, это много или мало для управляющих компаний? У нас так много оказалось управляющих компаний, когда я на список посмотрела. Это много или мало для кировской управляющей компании? Мы считаемся средней управляющей компанией, потому что у нас есть такие крупные управляющие компании, как Ленинская, Октябрьская, Нововятская. Вот это крупные, а потом идем мы. Угу. Вот с таким количеством домов. Причем желающих перейти у нас достаточно много. Сейчас мы уже более выборочно подходим к жилому фонду, оценивая свои возможности именно по качеству предоставления услуг. Вы сказали Первомайский и Октябрьский район города. Можем ли мы чуть более подробно описать? То есть вот Октябрьский район, там Лепси, Филейка, точечно такие? Дома или вот прямо целыми улицами? Мы стараемся не разбрасываться и брать дома в управление конкретными районами. То есть вот если дом обращается к нам из района нашего обслуживания, то, конечно, это однозначно мы с удовольствием берем. У него приоритет. Да. Потому что все-таки комплексно обслуживать, вот это достаточно, так скажем, и удобно, и с точки зрения... Опять же, качество предоставления услуг – это в приоритете. У нас весь жилой фонд разделен на участки. У нас 4 участка. За каждым участком закреплен свой начальник участка, который полностью отвечает за дома, закрепленные в данном районе. Октябрьский район – это улица Лепсия, Физкультурников, такой вот квадрат Ломоносова, Сормовская. То есть вот в этом районе. Первомайский район – это практически вся улица Ленина от начала и до конца. Но тоже там не сплошным, так скажем. Есть спорные дома. Да. То есть у нас достаточно много, как вы сказали, управляющих компаний. То есть поэтому все равно какой-то разброс есть по домам.
И это, я так теперь уже представила, это совершенно разный, такой пестрый достаточно жилой фонд. Одну улицу Ленина достаточно представить. На Лепсе там тоже есть и хрущевки, и девятиэтажки, да. И разные всякие. Я там как раз там детство мое пришло, я могу себе представить, как там все выглядит. Вот этот квадрат как раз, да? Вот этот, да, бывшая третья школа, там гимназия Грина сейчас. Совершенно верно. То есть, ну, тут так, тут да. Есть о чем поговорить. Есть ли у вас в управлении совсем новые дома, вот такие, которые сданы, например, там, вот вы сейчас сказали нам, да, что один, по-моему, какой-то дом вам совершенно, взяли, да, так скажем, неожиданно для нас перешел к нам дом в управление. Просто его выстроили как третий подъезд, и он присоединился к уже существующему дому. Это достаточно такая известная история. Это Сурикова, 39, корпус. А, мы понимаем, да, корпус, о чем идет речь, 3. Долгострой. Да, долгострой. Вот его наконец-то ввели в эксплуатацию, и получилось так, что вот сейчас мы им управляем. Проблем там больше, чем на старом жилом фонде, честно. Ну, он только лет перечислим, конечно. Нет, я, наверное, не буду. Пока не вы не решитесь даже перечислить. Но вы видите, что долгострой, он несет за собой очень много негативных факторов. Да. Давайте представим Ларису Валерьевну Шмырову, директор управляющей компании «Лепси Уют Плюс» и «Лепси Быт». Лариса Валерьевна, вы рассказывайте, где вы действуете и какой у вас фонд? Ну, про нашу компанию. Мы работаем очень давно на этом рынке. Мы создали с учетом реорганизации в течение вот последних лет, какие происходили и в стране. Мы находимся на базе ЖКО завода «Лепси», поэтому нам, можно сказать, больше 60 лет. Мы создавались при заводе «Лепси», потому что, как вы знаете, что завод «Лепси» у нас – это самое большое предприятие. В свое время строило очень много домов, и поэтому был создан свое подразделение, было ЖКО создано, которое и обслуживало жилой фонд. То есть вы фактически тоже компания-призастройщики, просто вы это образованы было, давно. Господи, это было давно, очень давно, в прошлом веке, когда ведомственное, когда... Слушай, садики были, у нас были садики. Да. Завод «Лепси», чем я могу отметить, до сих пор социальная сфера осталась у единственного предприятия, которое до сих пор есть, например, пионерский лагерь. Вот. И поэтому завод строил очень активно, и это было порядка 650 тысяч квадратных метров. И вот обслуживали, у нас было 4 ЖЭКа, но в свое время вышел закон о передаче ведомственного жилья в муниципальную собственность, и мы передавали все жилье. В 2000 году, в 2001 году мы передали муниципальную собственность жилье, и у нас на обслуживание осталось 25 ТСЖ и ЖСК. Но в 2005 году вышел жилищный кодекс, где собственникам предоставили право выбирать себе управляющую компанию. И поэтому после 2005 года к нам стали возвращаться дома. На сегодняшний день мы обслуживаем 82 дома у нас в управлении и на обслуживание. Естественно, исторически мы сложились... Вот это «Лепси». Да, это завод «Лепси», вот это улица Кутшо, улица «Лепси», Большева, Гайдара. То есть вы ближе туда, в сторону филейки, получается? Нет, да? Нет, мы это площадь «Лепси». Завод «Лепси», площадь, да. «Лепси». Конкретно завод «Лепси». Но завод «Лепси» строил и на улице «Лепси», и на улице «Лепси» у нас там дома есть. И на физкультурников даже есть. На физкультурников есть дома. В центре города строили это квадрат Володарского, МОПРа, Роза Люксембург. Я прошу прощения, вот Ленина 20, этот большой дом, по-моему, это тоже лепсинский. Нет, это тоже был лепсинский. Это ваш теперь, да? Да. Вот эти дома, они тоже остались все у нас, но и стали приходить, также выбирать нас и на обслуживание приходить новые дома. В частности, вот мы сейчас обслуживаем дома на улице Ленина, это в районе Гринхаус.
Это Ленина 185, 189. Это далеко от Лепси. Это уже, да. Но значит, у нас исторически вот мы сложились на базе, и поэтому у нас вся база осталась та же. И мы практически ничего... мы работали так, что все в наших руках. То есть мы к подрядным организациям практически не прибегали. И у нас поэтому осталась своя база. У нас материальная база осталась. Вот мы сейчас про материальную базу подробнее отдельно поговорим. Да. Своя спецтехника, свой квалифицированный персонал. У нас некоторые, наш персонал работает 40 лет. Угу. Ну вот я, в частности, 32 года уже работаю. У вас вся жизнь? Да. Вся жизнь? Да. Отлично. Да. Поэтому у нас все как бы в составе, вот все услуги, которые мы предлагаем, весь этот квалифицированный состав вот работников инженерно-технических и рабочего персонала, он вот именно в нашем штате. Это и легче работать, и я считаю, это и качественнее, и у нас за каждый вот куст домов отвечают, как, ну, сейчас модно говорить, мастер-хаус, который вот отвечает и за дворника, mm-hmm. и за уборщицу, он смотрит и где, и лампочка. Мастер-хаус — это такой уже термин, есть, обозначающий, это термин, да? Такой обозначающий, mm-hmm. да, это вот... Бригадир. Как, да, это как раньше вот, ну, вот дворник был, который mm-hmm. вот он все знал, это были революционные, такие, до революции, что он все знал, да, да. и все он мог сам делать. Видите, кто главный? Лицо, да, управляющей компании. Конечно. Да. А вы знаете, что я вам скажу? Когда тут приходили у нас всякие высокопоставленные лица и говорили про уборку улиц и про благоустройство, а мы устраивали голосование и прямые эфиры со слушателями, все в один голос говорили: верните нам дворников, дайте нам дворников, которых мы будем знать, и дворников, которых мы будем любить, и они тоже будут все знать, что нужно я делать. Я считаю, дворник и слесарь-сантехник, которого чаще всего и должны видеть, и знают люди. Вот давайте мы с вами поговорим. У нас две темы очень важные вырисовались. Это техническая база управляющей компании, какой она должна быть. И, собственно говоря, персонал. Что входит в набор персонала, чтобы можно было понять, что полностью упакована управляющая компания. Ну, конечно, здесь, наверное, затронем вопрос, а насколько у нас мы обеспечены этими кадрами. Что приходится делать? Самим взращивать там с нуля или переманивать где-то, или у нас готовят их где-то? Вот еще вопрос важный. Насколько кадры взаимозаменяемы? То есть, если, например, тот же слесарь-сантехник работает на одном доме, он работает на нем постоянно, или вы можете его каким-то образом передвигать с объекта на объект? Вот это, мне кажется, тоже важно. Начнем про материальную базу. У нас 2 минуты до перерыва. Начнем и продолжим после него. Ну, давайте, Татьяна Викторовна, по традиции, угу, пожалуйста. Да, вот Лариса Валерьевна, она уже столько лет на рынке, да, у нее совершенно другая материально-техническая база. Мне есть куда стремиться, и мне есть у кого принимать опыт, потому что в данном случае наша управляющая компания еще не обладает таким составом штата в силу своего маленького срока существования на этом рынке. Вы еще очень молоды. Мы очень молоды, это во-первых. А во-вторых, я же управляющая компания при застройщике, угу. гарантийное обслуживание, поэтому в любом случае мы стараемся все вопросы, которые возникают по обслуживанию жилого фонда в части конструктива и прочих вещей, да, мы решаем с застройщиком. Но при этом, естественно, уже готовимся к тому, что нам пора взращивать и готовиться, и приобретать таких специалистов, когда мы останемся одни на площадках и застройщик уйдет, когда нам придется уже иметь и свою обслуживающую организацию. Она, конечно, сейчас есть, но очень минимально. То есть это как раз те слесарь-сантехник, электрик и какой-то разнорабочий. И вот здесь очень важно тоже, чтобы данный специалист был неким универсалом. Потому что количество заявок и обращений, оно тоже очень разное, и в зависимости, там, сантехническая это работа, электрическая, на каждом комплексе это по-разному. И вот хотелось бы, чтобы специалист был, скажем так, на все руки мастер. А, то есть он может и трубы починить, совершенно и розетки верно, поставить, чтобы мы могли его оперативно отправить на любой комплекс, на любой дом, и он эту проблему решит. Вот поэтому к подготовке кадров и к материально-технической базе, безусловно, надо огромное внимание уделять. И мы, как молодая управляющая компания, очень много уделяем этому времени. Но у вас сейчас что есть? Кто есть в штате и что есть на балансе?
Если мы говорим про технику, на балансе ее нет. Лариса Валерьевна, у вас есть? Вот, вот представляете, частный. Есть, да? У нас это аутсорсинг, безусловно. То есть если мы говорим сейчас про зимний период времени, что самое актуально. Уборка, да, уборка, вот да. Это, конечно, договоры все с подрядными. Все вот эти машинки маленькие, да, подрядная ездят. Организация. Я мечтаю, что у меня тоже когда-то появится свой там бобкэт, свой трактор, когда я смогу этим обладать. На сегодняшний день пока нет. Именно в связи с тем, что вы еще работаете с застройщиком. Это, да? Во-первых. Во-вторых, нет, еще нецелесообразный пока экономически. То есть в любом случае, просчитывая содержание техники ее на балансе управляющей компании и просчитывая стоимость этих услуг на рынке, нам в настоящее время выгоднее нанимать подрядчиков со стороны. Ну, условно говоря, это так, как когда ты высчитываешь, тебе выгоднее купить машину и ездить на своей машине. Либо на такси. Или на такси. Совершенно верно. Да. Можно просчитать за год, сколько у тебя уйдет на все про все. А это то, что касается техники там, да, то, что касается персонала, безусловно, мы уже обрастаем определенным штатом. Это производственно-технический персонал, это и инженеры, и мы говорили, как мастер-хаус, слесарь-сантехник, электрик. Дворники. По старинке я назвала, да, бригадир-дворник. Но вот им так понятней, потому что, еще раз говорю, для нас это самое первое лицо, которое сообщает, а что есть сейчас, сегодня с утра, какая проблема в комплексе. Там, не знаю, дверь уже где-то что-то, может быть, покосилась, лестницу требует отремонтировать или еще что-то, он, безусловно, нам эту информацию... То есть фактически это инспектор по дому? Практически, да, совершенно верно. Хотя в задачи это входит мастер хауса, но он может делегировать эти полномочия, да, и вот налаживая определенную связь, мы получаем информацию. Прервемся на полторы минуты, у нас реклама. Продолжим разговор с нашими гостями. Мы обсуждаем техническую базу управляющих компаний, какие есть способы, да, вот мы видим, что есть вариант аутсорсинга, и кадровые политику управляющих компаний. Урбан. Программа о городских проектах. Программа «Урбан» продолжается. Наши гости Татьяна Демина, Анна Клепикова, Лариса Шмырова, управляющая компанией. Мы представляем «Азбука быта», «Паритет» и «Лепси Уют Плюс». Говорили сейчас о кадрах, да, и о специалистах, базе, и о технической базе компании «Азбука быта». Перейдем, наверное, к компании «Паритет». Да, как у вас все устроено? То есть у вас тоже аутсорсинг? Или вы все-таки и свою технику, и своих специалистов стараетесь держать? Что касается техники, у нас тоже аутсорсинг, это тоже касается экономической целесообразности, так как в основном крупная техника, такие как трактора, бобкеты, она требуется в основном в зимний период. В летний период она не совсем загружена в управляющей компании, так как не требуется производство каких-либо земляных работ. Поэтому, значит, мы точно так же заключаем договора на зимний период и осуществляем уборку придомовой территории. То есть это не разовые звонки, вы сразу же с какой-то компанией договариваетесь на всю зиму? Обязательно, перед сезоном, и не с одной, а с несколькими. Потому что в случае снегопадов у нас всегда должна быть по сразу же первому звонку выезд и уборка полностью придомовых территорий. Я вот как раз хотела на хвостик этого часа приберечь крыши, как их чистят. Давайте, раз уж мы сказали, затронули этот вопрос, то как крыши чистятся, в каком режиме? Вот сейчас снегопады-то пошли, маленькие еще, но все-таки. Ну, в каком режиме? В постоянном, потому что это самое, так скажем... Но на чистку крыш вы тоже нанимаете каких-то сторонних специалистов? Давайте еще определим, какой вид крыш. Скатная, кровля и плоская, что требует чистки обязательно, не ежедневная, а вообще в оперативном режиме. Скатная кровля, это, конечно, это постоянный контроль. Это, если не полная чистка, то это... Частично по периметру. Частично, да, по периметру. Значит, ну... Там, где сосульки скапливаются, там, где обледенение. Да. Вот, то есть начали говорить, нанимаем ли мы кого-то на очистку крыш, нет, у нас все сотрудники остальные находятся в штате управляющей компании. За время нашей работы мы сформировали очень высококвалифицированный коллектив. У нас нет такой вот, так скажем, текучки кадров. То есть, если, например, слесаря начали с нами работать с начала организации компании, они работают с нами до сих пор. Большие ли у вас зарплаты, если нет текучки кадров? Зарплаты у нас средние. Средние. Ну, вот для по Кировской области. Приблизительно там. Это значит 20-30 тысяч. От 20. От 20 тысяч. Да. Но у нас имеют сотрудники вот эти же вот слесаря, сантехники, электрики, электрогазосварщики, возможность дополнительно заработать.
потому что некоторые дома, которые находятся у нас в управлении, имеют специальные счета по капремонту. И мы своими силами проводим эти капитальные ремонты. То есть вы не фонда дожидаетесь, а жители приняли решение? Жители принимают решение, выбирают нас в качестве подрядчика. Мы проводим данные работы собственными, как говорится, силами. У нас для этого все имеется. И, соответственно, вот дополнительный заработок вот этим же нашим сотрудникам, которые вот работают на, например, инженерных коммуникациях, которые мы меняем в рамках капитального ремонта. То есть поэтому у нас люди держатся, и вот такой текучки кадров нет. Ну, я так понимаю, что все равно ведь, наверное, есть какой-то спектр работ, которые управляющая компания обязана делать по закону, да, и это как-то вот по тарифам управляющих компаний. Да. А есть еще работы, которые можно делать дополнительно, ну, та же там замена труб по стояку, еще что-то. Но это вот тоже, это все, да, это с этого тоже такой. Как бы дополнительно, чем больше, как говорится, и качественнее ты сделал текущего ремонта, тем больше зарплата у данного сотрудника. Вот. И также хочу, конечно, отметить управленческий персонал, инженерно-технический, который сейчас сформировался в управляющей компании, потому что вот здесь тоже у нас просто очень важный момент. Работают замечательные сотрудники, несмотря на то, что, например, у нас очень варьируется возраст сотрудников, там вот инженер-теплотехник у нас 27 лет, но специалист уже, как говорится, прекрасный после института, можно так сказать. Но очень-очень довольны. И инженер-энергетик у нас работает, ему 68 лет. То есть и мы тоже прекрасно работает. Прекрасный работник с большим еще опытом. И опыт передает. То есть вот мы смотрим именно на качество, так скажем, на эффективность работы. Поэтому у нас вот сейчас такой разновозрастный достаточно коллектив в управляющей компании. Лариса Валерьевна, пожалуйста. Так. Ну, у нас полный спектр наличия от высококвалифицированных рабочих, и кончая и инженерно-технических работников, конечно, я не буду здесь время задерживать. Как бы, естественно, у нас слесаря-сантехники, все они у нас в штате. Слесаря-сантехники, электрики, газосварщики и дворники. В том числе мы еще своими силами выполняем и ремонты подъезда, цоколей. То есть у нас в нашем штате и маляры, штукатуры, плотники, кровельщики, это все в наших штатах. Я уже, как вот раньше заметила, у нас есть некоторые такие квалифицированные кадры, которые более 40 лет работают. Но приходят и новые со своими какими-то и мыслями, со своими идеями. Конечно, у нас весь коллектив тоже сплоченный, дружный, и от 25 лет и до 70 лет. И вот если касаться инженеров, то, значит, у нас такие инженеры есть, которые занимаются энергетикой, инженер, который занимается водой, работают по приборам учета. Есть инженер, который вот именно, который работает с населением по каким-то вопросам, помогает решать, по участию в программах каким-то. Дальше вот по спецсчетам. Также скажу, что мы своими, у кого у нас у домов есть спецсчета, мы помогаем выполнять ремонты. Это получается дешевле. На спецсчете остаются денежки. Спецсчет для капремонта. Для жителей, да. Они же собирают отдельно на своем спецсчете. Вот буквально. И вот сроки летом. Сами определяют. И сроки определяют. И вид работ, да. Сами и выбирают. И вид работы. Угу. Вот мы своими тоже, и к нам обратился вот дом, сказали, давайте мы с вами заключим договор, потому что замену водопроводного и теплоснабжения лучше сделайте вы, потому что вы наш дом обслуживаете, вы лучше знаете сейчас, какие проблемы, и потом. И в конце потому концов, что вы своими руками работаете. Да, вы же своими руками это сделали. Поэтому мы вот тоже так же работаем в таком же контексте по спецсчету. То, что касается
спецтехники. У нас есть 2 единицы спецтехники. Они нам нужны. Они у нас работают круглый год. Что, нам что их достаточно. Единицы? Это маленький бобкат, который работает во дворе. Он будет очень мобильный. И большой трактор. Кроме этого у нас есть, и так как у нас дома находятся в довольно-таки старых зонах, где очень большие деревья выросли за последние 30, 40, 50, 60 лет. Это мы постоянно летом обрезаем. Дальше мы измельчаем. У нас есть свое приспособление, чтобы в аренду не брать это приспособление. Ветка-измельчитель. А он тоже очень довольно-таки дорогой. Используете то, что вот потом остается после измельчения? Да, потом используем. Но на зимний период мы уже, как вот предыдущие коллега, да, говорила, мы все равно уже заключаем где-то в сентябре-октябре договоры примерно с 3 организациями, которые нам дают постоянно технику, потому что в зимний период 2 единицами не справиться, чтобы мы могли мобильно убрать. Того этапа. А вот как. И еще боретесь за этих подрядчиков. Ну, не то чтобы боретесь. Достаточно. Нет, нормально. Мы уже работаем. Сформированные уже свои подрядчики на зимний период, с кем мы работаем уже не один год. Кроме этого, конечно, по крышам. Ну, у каждого, да, мы и начали с того, что у каждого свои дома. У кого-то новые, у кого-то с плоской крышей, у кого-то скатная. Как я говорила, мы исторически сложились, где у нас на 70% это скатные кровли. Поэтому наши работники работают на кровле, но здесь и мы тоже заключаем уже с подрядчиками заранее договоры. Нам, конечно, своими силами не справиться, и мы зимний период, кроме своими силами, мы подрядчиками очищаем кровлю. А для того, чтобы кровля вовремя чистилась, мы уже, наверное, на протяжении 3 лет я создаю приказы, где каждое утро, независимо кто у меня, или я директор, у меня свой есть куст домов. А как? Да. Или это инженер, или это мастер. У каждого свои 5-6 домов, где каждое утро и субботу-воскресенье обходят дома. Все это у нас в эксплуатационный участок, вся информация сливается. И с утра, значит, распределяемся, куда идут, на какие дома. Или сосульки обивать, или подрядчиком работать. Да. Вот когда мы начинали наш разговор, еще только садились до эфира, тут разговаривали, а наши гости сказали, что мы тут будем делать 2 часа. Мы только начали, господа, начали. А первый час уже мы еще только познакомились, да. А в следующем часе, после 12, мы будем говорить и о мусорных площадках, и о взаимодействии с жильцами, и про озеленение, и про подъезды будем говорить в начале какого часа? И про детские площадки. В начале первого, да. Сейчас прервемся на новости, тематические программы и рекламы, и продолжим. Урбан. Программа о городских проектах.